Владимир Казаков, капитан команды. Номер 8 Алексей Иванов. Номер 9 Артем Пикетов. Номер 21 Алексей Архипов. Номер 24 Дмитрий Смирнов. Номер 10 Александр Тихоновецкий. Номер 11 Максим Остапьев. Главный тренер команды Сергей Павлов, исполнительный директор Анатолий Близняк. Сокол Саратов, футболки комбинированные Галин, номер 7 Владимир Шефиров, номер 8 Станислав Хан, номер 9 Геннадий Креснюк, номер 12 Андрей Мурнин, номер 14 Дмитрий Христов, номер 17 Леонид Маркевич, номер 22 Антон Сахаров, номер 25 Андрей Сахарин. Главный тренер команды Александр Корешков, спортивный директор начальной команды Павел Кипилин. Сегодняшний матч судит судейская бригада в составе. Главный судья матча Юрий Куница, судья республиканской категории город Краснодар. Помощники главного судьи Василий Правила, республиканская категория город Краснодар. Александр Богатов, республиканская категория город Краснодар. Резервный судья Юрий Кисличевка, республиканской категории город Ставрополь. Делегат матча, судья республиканской категории Владимир Николаевич Альшевский, город Москва.
Заря поет, что ли? Всяких дел. Ты не проведешь. На чепухе не поймаешь. Пошел. Может, от нас пахнет? Yeah.
сначала написал «Завтра на кассету», а потом написал «Много влаги». Thank you.
перед сюда. Выспался. Thank you.
Номер 14, Дмитрий Христов,
бьет по самым уязвимым и самым сложным элементам народного хозяйства. То есть